какая вот основная идея вот Агрополиса? Основная идея продемонстрировать все самые современные технологии аграрного производства, которые на сегодня есть. Выращивание в теплицах, выращивание в открытом грунте, выращивание того, всего, выращивание вот уникальное совершенно дерево, это гинкго белого. Я не знаю, вы слышали? Я слышал. Вот это вот дерево такое растет. Да, в феврале зернышки бросили и все. Угу. Вот, это гинкго белого. Он живет до 5000 лет и даже больше. И до 45 метров вырастает. Кто об этом знает? 5000 лет? Да. Ну, в основном это в Японии, но у нас тоже это самое вот, это растение сейчас способно. Вот. И здесь должны быть модели. Все. Здесь модели энергообеспечения, ветряки, солнечные батареи. Здесь, значит, канализации автономные. Здесь модели домов, потому что вот этот дом, он будет дом-парник. То есть дом и парник, они в одном корпусе. Здесь секции животноводческие, где вот как содержать овец, как содержать коз, как содержать кроликов, как содержать... Вот. И... Соответственно, цель этой площадки генерировать новые технологии и команды специалистов, которыми этими технологиями владеют. То есть, чтобы сюда приехал кто-то и мог бы увидеть все, что вообще возможно на сегодня на Земле. Да? То есть, в конечном счете, сюда надо подтащить самые передовые мировые технологии. То есть, демонстрационная площадка. Демонстрация и трансфера технологий, но технологии вместе с ребятами, то есть мы подготовили студентов или таких, как вы, там вот вы пришли, потому что сейчас есть много проектов, но приезжают, у них ничего не получается, так вот нужно технологии наработать вначале, вот, пройти здесь обучение практическое, практику пройти, а потом эти технологии уже в Псковской, Новгородской, но уже по образу и подобию. Да, это там для автомобилей просто площадка, где будут демонстрационные модели там сельскохозяйственной техники все. Я просто смотрю, я не вижу для, допустим, растениеводства там... Нет, так а дальше-то у нас 60 гектаров там площадки... Это все как раз вот да, для... Да, там деревьев, и парники, да. И сады, и малина, и крыжовник. То есть это просто жилая часть? Ну, это здесь там, где демонстрируются модели, да. Тот, кто у нас всегда используется, а это... Там, где демонстрируются модели домостроения, вот это соломенный дом из соломы, а крыша из камыша. Сейчас можно посмотреть уже, да? Ну вот я не знаю, сейчас его начали уже делать или нет. Если начали делать, можете посмотреть, да.